Минобороны России опубликовала кадры аэрофотосъемки, на которых, по его утверждению, видно, как украинские военные якобы используют территорию неработающего киевского торгового центра для размещения батареи реактивных систем залпового огня и хранения боеприпасов. Российский удар по центру был нанесен поздно вечером в воскресенье. Погибли 8 человек. Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. По информации украинских СМИ, данные о локации России могла получить из публикации в одной из соцсетей. Накануне СБУ опубликовала кадры задержания и признания пользователя, разместившего видео местонахождения украинской военной техники в районе торгового центра. Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила видео, на котором саперы собирают неразорвавшиеся снаряды в Чернигове, расположенном примерно в 130 километрах к северу от Киева. С начала военных действий вооруженным силам Украины удается удерживать контроль над городом.